Кандидат в президенты Узбекистана от либерально-демократической партии Шавкат Мирзиёев 13 октября встретился с избирателями Новаийской области. Он выступил с докладом о своей предвыборной программе. В ней определены 10 направлений действий по всестороннему развитию страны, укреплению верховенства закона, мира и спокойствия. В частности, разработан 5-летний план развития районов и городов, сел и махалей, создание достойных условий жизни в Новаийской области на основе полного задействования огромного потенциала региона. Состоялась искренняя беседа с участниками встречи, собравшимися в районных студиях избирателями. Они высказали свое мнение о возможностях развития региона, имеющихся на местах проблемах. Шавкат Мирзиёев пообещал включить в свою программу и реализовать прозвучавшие предложения.